Всем привет, зрители и подписчики канала. Эрик Кантона, Фиат, малыш футболист, и это СБЧ Хэллоуина. Итак, что нам предлагает FIFA? Она нам предлагает набор футбольной маски, но честно, это, по-моему, совсем не интересно. То есть впуливать кучу игроков на какие-то непонятные перформансы и все остальное, я не вижу, честно говоря, никакого смысла. Ну, а сласти и напасти надо точно выполнять. И давайте посмотрим. Лига минимум 2 игроков. Попрошу заметить, здесь золотых минимум 7. Я использовал, соответственно, центрального защитника из серии Б. И из одной стороны региона здесь минимум 4 игрока. Несложный из БЧ. Легко выполняется. И давайте большой золотой премиум набор. Посмотрим, что нам дропнется с хэллоуинских СБЧ-шек. Итак, это точно не волкаут. И это даже не проходка, это Мунир, обычный игрок. Ну ладно, поехали дальше. Смена обличия, ребят. А здесь можно побольше впихать ненужных вам игроков. Я использую, соответственно, Германию 3. Игроков с одной лиги максимум 5. И здесь страны региона 3. У меня, соответственно, один японец, испанцы и немцы. Серебро минимальное, и золотых тоже 6, то есть, ну, всех серебряных сюда не впихнешь, ну, использовать надо, потому что у меня очень много игроков, которые мне, в принципе, не нужны. До 1 миллиона в FIFA 21 осталось немного, миллион уже почти накоплен. В Элке сейчас иду золото 3. Есть одна победа, которой не хватает, до золота 2. И еще 3 матча в запасе, то есть 2 матча надо выиграть из 3. Итак, поехали, ребят, мега набор. Смотрим, что выпадет. Единственное, обидно, что я начал очень хорошо в элку, начал ее 7-2, но потом... Итак, это проходочка. Француз. Вратарь. А, нет, 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 конечно же, это шляпа. Ну, поехали дальше. Мега набор, ребят. Может быть, в нем что-то нам дропнется. Проходка. Бразилец. ЦП. Валкаут. Ху-ху. Информ. 85 Паулини, ребят. И он, кстати, неплохо стоит, я вам скажу. Он стоит, ну, больше сотки точно. Его, кстати, многие очень используют в составах. По крайней мере, в элке. И после... Кто был на стриме, видео у меня пошел слив, я просто слил 6 матчей подряд. Обидно, можно было лучше сыграть, но уже выше золота 2 точно не прыгнул. 2 информа, ребят, рейтинг 84, рейтинг 83. В принципе, неплохо упало, жаль, что продавать игроков этих нельзя. Ну, придется их использовать в СБЧ. Кстати, очень-очень много СБЧ, где непродаваемые наборы падают. Ну что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, играйте в FIFA 21.